Здравствуй, дорогой болельщик, дорогой футбольный поклонник и фанат. Меня зовут Егор Дергачев. Мы с вами находимся в моем видеоблоге и продолжаем давать прогнозы на английскую футбольную премьер-лигу. Челси, который забуксовал в последнее время, Челси не может набрать очки, не может выдать ту игру, которая приучила команду своих болельщиков не только в этом сезоне, но и в предыдущие сезоны. Есть сейчас определенный кризис в команде Антонио Конте, и мне кажется, что пора бы его лондонцам преодолеть. Сложно найти более подходящего соперника, как Борнмут. Именно с этой командой на выезде лондонцы будут играть матч 10-го тура. Кто-то скажет, что это необоснованный риск ставить на победу Челси с коэффициентом 1.66, но мне кажется, это вполне себе оправданная ставка. Челси нужно сейчас набирать очки, нужно включаться, хочется сказать, что в чемпионскую гонку, но соперников лондонцы отпустили уже очень далеко, но тем не менее, нужно набирать очки, чтобы хоть какие-то шансы на завоевание чемпионского титула у Челси оставались, хотя это будет сделать очень-очень тяжело. И Борнмут, мне кажется, это та команда, которую лондонцы должны обыгрывать абсолютно в любом состоянии. Отсюда и ставка вытекает. Чистая победа Челси с коэффициентом 1.66. И если вы со мной согласны, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. В комментариях напишите свои варианты ставок на матч Борнмут-Челси. И, конечно же, жду вас всех в друзьях у себя ВКонтакте и в своей группе ВКонтакте. Ссылочки на обе страницы вы найдете в комментариях, вернее сказать, не в комментариях, а чуть выше в описании у этого ролика. The wife, hi ho, the Dario.